Здравствуйте, друзья. Хотели бы показать вам вот такую новиночку, пришла нам. А привез нам ее Дмитрий. Вот на этом аппарате. Вот такая новинка. Таких еще не было у нас. Вот на таких огромных пневмоколесах идут, на бескамерках. Двигатель будет являться у нас... Че он там по коням, Матькин? Двигатель Лифан 8 лошадиных сил. Зимний запуск, получается, даже предусмотрено для холодного пуска, для зимнего пуска, подсос, как на снегоуборщиках. Также имеется принудительный запуск. Бачок составляет 4 литра. Также у нас есть со стартером, с аккумулятором, без проблем заводится. Двигстоп, газ, как на мотоцикле. Получается, дисковые тормоза, что немаловажно. Все со светооборудованием, габариты, стопы. Вот такая вот передняя светодиодная фара. Очень мягкий. Получается, у нас будет стоять редукторная передача. Ход вращения его получается. Вот как на мотособаке. Редуктор будет, обгонные муфты стоять. Вот он сам стартер имеется. Подножка боковая. Цепная передача. Но сейчас продемонстрируем. Кстати, покажу сейчас, на какой он по поводу веса. По весу вообще очень легкий. Давай я его так подниму. Ну вот, пожалуйста, он весь его прямо от земли поднял. Все двумя колесами. Эдькин, продемонстрирую запуск. И его на ход проверь. Первый запуск. Так что, друзья, все для вас. Опа-на. Вот так он работает. Практически не слышно его. Шипит. Еще не уточнил, двухместный. Также имеются подножки для второго человека. Два места, пожалуйста. И вот такой огромный багажник. Для сельской местности исключительный мотоцикл. Ну все, Эдькин, давай, демонстрирую его на ходу. Получается, газу дал, поехал. Газ убрал, остановились. Исключительный в движении. Максимальная скорость у него до 40 км в час. Вот такой красавец у нас, новинка такая. Ну как, Эдькин? Огонь? Надо немедленно такой заказывать нам. Ну вот так, друзья, не прощаемся. Звоните, пишите, постараемся ответить. И заказывайте также такую новиночку.